так симпатичную школу по куклу и не по розу. А вот такую куклу, которая у меня уже это тело валялось уже давно. Голову я сам скажу, откуда я сделал. Голова из Гаморы, из стирателей, из первой части. Не знаю. Это мужчина, я его потерял раньше голову. У него отваливается постоянно. У него длинные волосы. Сначала я хотел сделать как под вот такого, вот такого цвета. Но у меня это закончился цвет. Я взял мастер, ему покрасил. И он у меня теперь негр. У меня теперь есть мужчина-негр. У него раздельные вот эти сомнения. Это рыцарь какой-то там. Так давайте это будет обзор про... Как его назовем, ребята? Я его сейчас назову. Так, сейчас, как его можно назвать? Артур, Арти. Или этот как? Кевин. О, Боб. Короче, обзор про Боба. Вот такой Боб. Вот такой вот. Вот. Если помните, обзор про Капитана Америка, я много укрепил с помощью кота там шелка. Это вторая сломница. Сломница, я его это убил. Ну, отличие Боба, у него хоть на деньги боится. У Боба сомнение. А тут нет, тут полностью по-другому. Освобождаются повторки. Никто из вас никто не берет. Ну вот, все. Все, всем пока. Подписывайтесь. Ставьте лайки. И всем пока.